вчера мы все, конечно, увидели новость о том, что в Сенат внесено предложение по поправке в закон, по-моему, об обороне на 22-й год. Вот. И поправка состоит в том, что помимо запрета покупки нового долга, выпускаемого Российской Федерации, вводятся запреты и на вторичный долг. Ну, что это может означать? Это может означать то, что на нашем долговом рынке все меньше и меньше будет американских инвесторов, которых, в общем-то, и так после всех вот этих вот санкционных моментов осталось немного. Если эта поправка будет одобрена, тут ключевой момент, если. Конечно же, это усложнит жизнь американским инвесторам, но для России мы по большей части, наверное, адаптировались. Единственное, конечно, не очень хороший момент, то, что основную долю отечественного долга покупают наши же банки. Ну, по сути, это перекладывание денег из кармана в карман. Мы не видим какой-то негативной реакции, в первую очередь, в рубле, потому что, как я и сказал в начале, это история с, как бы, ближайшей перспективой, не факт, что именно эта поправка будет принята. Но если все-таки она и будет принята, то все это может начаться только в 2022 году, при условии того, что Соединенные Штаты в очередной раз нас обвинят там, в вмешательстве в выборы, подобные истории со Скрипалями, ну и так далее. Рубль немножко там в моменте потерял копеек, наверное, 20-30, но это такая специфика биржевой торговли. Ну, а в целом, как я уже отметил ранее, в принципе, санкций уже настолько много со стороны Соединенных Штатов, что действительно, как бы, отчасти мы адаптировались. Ну, и на экономику какого-то уже большого давления, если сравнивать с того момента, когда они постепенно вводились, напомню, что это был 2014 год, но уже, наверное, не окажет.